Здравствуйте! В эфире «Мир компьютерных игр». Для начала отвечу всем тем, кто нас спрашивает, что будет с программой, будет ли она выходить. Будет, но, увы, нерегулярно. Но если появляется отличный информационный повод, как сегодня, то мы в эфире. И программу целиком посвящаем событию под названием «Hard Battle». Весна 2010-го. На протяжении двух дней, 27 и 28 марта, в центре «Диалог» проходил открытый чемпионат Великого Новгорода и области по киберспорту «Hard Battle». В названии уже звучит имя организатора – компьютерного центра «Hard». Несколько позже мы еще поговорим об устроителе этого праздника, а пока по порядку. Всякий, входящий на территорию Hard Battle, для начала попадал в игровую зону. Царство консолей и интернета, притом все на полную халяву. Нужен интернет, пожалуйте, ноутбук, впрочем, можно было и свой подключить. А хочешь, садись играй сколько душе угодно. Впрочем, садись это справедливо для Xbox. А вот что касаемо Nintendo Wii, то здесь несколько иная философия управления компьютерными играми. И удивительно, сколько лет уже существует эта волшебная коробочка от Nintendo, но многие по-прежнему видят ее вживую в первый раз. Ну ладно, несколько попозже мы поговорим, где Wii можно и посмотреть, и купить. А пока идем дальше, нас ждут два больших зала, где непосредственно и проходил чемпионат по киберспорту. Вот этот большой зал и будет у нас в центре внимания, но для начала заглянем сюда, зал поменьше, царство сетевых компьютерных игр. А этот чемпионат ознаменовался обилием игр. Что касается именно PC-игрушек, то, конечно, в центре внимания был Counter-Strike. Но помимо этой, ну скажем так, центровой битвы проходили сражения. Возможно, в лучшую реал-тайм стратегию Warcraft, а также в Call of Duty и бессменный FIFA. Да простят нас почитатели этих игрушек, но именно на них мы сегодня решили сэкономить наше эфирное время. И, так сказать, пробежимся по ним кратенько. А львиную долю внимания уделим консолям, ведь чемпионат по консольным играм проходил впервые в нашем городе. Но для начала все-таки игры на PC. Warcraft 3, а именно традиционная Dota. Возможно, потихоньку, но популярность этой игры стихает, но тем не менее 16 команд было зарегистрировано на чемпионате, и мы могли созерцать традиционные бои 3 на 3. А снижение популярности, возможно, можно объяснить тем, что почитатели игр от великолепной Blizzard уже вовсю готовятся к грядущему шедевру. А что, плохих игр Blizzard не делает? Речь, конечно, о StarCraft 2. Конечно же, еще со времен рубрики «Двое» нас спрашивали, почему вы не делаете соревнований по стратегиям? Мы, конечно же, отвечали, что многим зрителям просто непонятна картинка, то есть графика 3D-стратегий оставляет желать лучшего. Но с приходом StarCraft 2 эти недостатки, похоже, уйдут. Хотя отметим, что для знатоков Warcraft 3 и эта картинка хороша. Притом похвалим организаторов, наконец-то мы увидели комфортную зону для зрителей. Игроки находятся в одном зале, а в другом – большой экран, кресло и эмоции болельщиков. Теперь замолвим пару слов и о Call of Duty. Примерно то же происходит и с этой отличной игрушкой, популярность ее снижается, но во всяком случае мы увидели всего лишь 4 команды на чемпионате, хотя справедливости ради зарегистрировалось аж 10. Возможно, тоже пора обновить кровь? А вот и отличные, на наш взгляд, претенденты. Давай наверх, остальные за мной. Докладывайте, что видно. Battlefield Bad Company 2. Великолепная графика, отличный командный геймплей в духе того же Call of Duty. И свежатинка вышла в марте. Более того, на просторах Великого Новгорода есть и свой официальный ранговый сервер, а именно на игровом портале CityNov.ru. Есть там и хорошая команда администраторов, которая поддерживает сервер и помогает игрокам почувствовать себя своими. Работай по цели. Теперь Counter-Strike. Вот он, неувидающий, не стареющий и по-прежнему мега популярный. 21 команда, притом в каждой по 5 человек, так что более 100 игроков. В общем, традиционный хит чемпионата. И заметим, что команды как на подбор, слабачков не было. Более того, молодая новгородская команда No Reason, которую поначалу посчитали аутсайдером, смогла добраться до финала. Но в финале ее ждал монстр – команда InGame.ru. Помните осенний чемпионат? Там была команда СССР Gamers, которая и стала победителем. Вот она-то и трансформировалась в InGame.ru. Правда, от старой команды остался лишь Иван, вот он рядышком со мной. А вот другие игроки уже с Питера и Гатчины. В общем, такой междугородный состав, и в результате победа на чемпионате. Закончим наш краткий обзор игр на PC и переходим к основной теме программы «Чемпионат на консолях». Итак, впервые в Великом Новгороде были проведены такие соревнования. И скажем, что консольные игрушки, конечно, смотрелись куда зрелищнее. А именно, они лучше подходят для того же показа по телевизору. Так что приготовимся к красивой и быстрой графике. Открывая чемпионат, классическая драка Street Fighter 4. А я помню и первую часть этой игрушки, и, кстати, тогда она почему-то не вдохновила. Еще бы, ведь тогда же смогли сделать и фотореалистичный Mortal Kombat, и он рулил. Но постепенно реалистичная графика стала привычной, а истинная рисованная, наоборот, обрела вторую силу. Да и у стритфайтера всегда были свои почитатели. Смотрим на бой между Николаем и Антоном. Итак, игроки выбирают персонажа, притом в процессе боев персонажа можно сменить. Игра идет до 2 побед в турнире, а турнир состоит из максимум 3 раундов. Николай играет за бойца по имени Рю, а Антон за стройную рыженькую драчунью Си Вайпер. А сразу видно разницу в профессионализме игроков. Антону, похоже, сегодня достанется, и вряд ли стоит рассчитывать на снисхождение, что мощный Рю пожалеет девчонку. Быстро пролетел первый раунд, 2-0. Выиграл Николай, если он и сейчас выиграет, то на этом все и закончится. Кстати, происходит то, о чем я говорил раньше. Игроки меняют персонажей. Впрочем, поменял только Антон. И кого он выбрал? Да того же Рю. Ну и какой Рю сильнее? Вы уже догадались, какой именно Рю Николай. Ну, конечно, в светлой одежке. И он по-прежнему непобедим. Последний шанс есть у Антона. Хоть синяк под глаз, что ли, поставить на память этому Рю Николая. Yeah! Антош, как соперник? Соперник очень сложный вообще. Ни разу не удалось его завалить, да? Вообще ни разу. Ну, я не знаю даже, как победить вообще. Хорошо, будем разговаривать с ним. Коль, как давно в Street Fighter играешь? Ну, полгода. Полгода. На чем? На компьютере. На приставке первую не застал, на Sega? Нет, не застал. Не застал, да? Все-таки на компьютере. Сравни, где лучше? Производительность на Xbox больше. А эти ключевые слова про производительность повторяли многие игроки. Это и есть основной плюс консолей. Игры заточены под определенное железо и работают как надо. О да, серия Need for Speed живет и развивается, и на чемпионате играли в Need for Speed Shift. Пока участник едет в прогревочный круг, мы попристаем к нему с вопросами. Это наш старый знакомый Сергей. Сереж, вот ты в курсе, что здесь в зале находятся большие люди, сделаны ставки, при том, что большие, на тебя. И если ты сейчас проиграешь, у тебя будут неприятности. Нет, я не в курсе. Это я шучу. Это я тебя подзадориваю, чтобы ты хорошо ехал. Раз играю в Need for Speed Shift. А, даже, вообще первый раз? Да, первый раз играю. А на чем играл вообще Need for Speed? В Need for Speed играл на компьютере, да? На компьютере, да. Ну, сравни с Xbox. Ну, Xbox графика лучше, и Xbox, на него играют все игры, и без глюков. Это мнение игроков, и мы его оспаривать не будем. Как видим, разброс в возрасте участников был приличный. А вообще эти соревнования в Need for Speed нам напомнили наши зимние погоняшки. Заезды по очереди на время, то есть победителя выявляет секундомер. Костя, откуда родом? Мурманская область. Сейчас новгородец? Сейчас, да, в Новгороде проживаю. Скажи мне, в Shift в первый раз играешь? Да, здесь. Здесь именно, да? Тогда, ну так серьезно. А вообще в Need for Speed играл? Вообще, да, очень люблю Underground, Most Wanted. Вот оно. Костя-то бывалый, и опыт общения с этой серией гонок чувствуется. Давайте посмотрим на его победный заезд. Очень скоростная трасса, и обратите внимание, как Костя проходит повороты. Вся гонка длится примерно 3 минуты. Мы покажем сокращение, ну а за такое техничное прохождение, ну вот как сейчас. Вот за такое хочется хвалить и Костю, и создателей этой серии игры. Смотрится ну прямо-таки реально. Притом в данном случае я имею в виду не графику, а именно технику прохождения поворота. Зачет. Заметьте, что игра дает оценку за идеальную траекторию. Так вот у Кости она просто очень высока. Ну что сказать, видно, в Underground он поигрался немало. И этот опыт ему пригодился здесь на чемпионате. И заслуженная победа. Переходим к не менее знаменитой серии игр FIFA. На сей раз 2010. Возможно, игроки на PC, когда мы вначале делали обзор игр чемпионата, повозмущались. А что про фифу-то забыли? Нет, не забыли. Действительно, 28 команд было зарегистрировано на чемпионате. Это игроки на компьютере. Но сегодня, как мы уже говорили, будем смотреть игры на консолях, а именно на Xbox. Тем более, что некоторые участники играли и там, и сям, то есть и на компьютере, и консоли. Отметим мы, конечно же, победителя прошлого сезона Кирилла и новичка Александра. Именно между ними и произошла финальная битва. Но прежде чем мы начнем ее смотреть, отметим, что все консольные сражения шли под бдительным присмотром судей. А футбольные, ну прям как настоящие. Сначала групповые матчи, потом игры на вылет, ну а потом и финал. Вот теперь будем его смотреть. Мы с вами здесь для того, чтобы смотреть прекрасный футбольный матч. Мы смотрим его вместе, с разных точек. Говорю мы, имея в виду и вас, уважаемые телезрители, дуэт комментаторов Юрий Розанов и Василий Соловьев сегодня с вами. Как слышите, FIFA 2010 неплохо озвучен. Но мы приглушим знаменитых комментаторов, ибо и сами с ушами. Да и комментарии наши будут касаться не только виртуальных игроков, но и реальных. Кстати, в версии на PC FIFA 2010 озвучивал Василий Уткин, а в версии на Xbox сразу два комментатора – Юрий Розанов и Василий Соловьев. Сразу скажу, что Кирилл великолепно играет в FIFA. Более того, мы смотрели его групповые матчи и, скажем так, соперников у него ну просто не было. Он шел и просто крошил конкурентов, притом многих в сухую. А в сопернике мы ему пророчили Костю. Вот он стоит за другом, рядом со мной в черной рубашке, и болеет. Впрочем, за Сашу болели все. Подчеркну, не против Кирилла, а за Сашу. Но, как я уже сказал, мы пророчили на финал его друга Костю. Он месяц назад купил Xbox. Разумеется, тренировался в FIFA играть и тренировался вместе со своим другом Сашей. Но, увы, Костя до финала чуток не добрался, зато тренировки пошли на пользу Саше. Хорошо, когда друг купит Xbox. Ибрагимович. Смотрим и любуемся на Месси. Удар. Отбил его, но куда? Комментарии действительно сделаны неплохо, но я все-таки задвину их на задний план, и мы смотрим второй тайм. Счет пока по нулям. Видно, что соперники сосредоточены, потому что одна ошибка будет стоить первого места. Я, кстати, обратил внимание на Кирилла. Если обычно он сидел всегда в развалочку, ну еще бы, соперники обычно не доставляют хлопот, то сейчас полная сосредоточенность. Тем более Коля давит, и вот смотрите, какой выход к воротам. Удар, вратарь отбивает, но... А болельщики-то рады за новичка. А красивую комбинацию посмотрим в повторе. Вратарь, конечно, молодец, но удар головой уже не берется. Итак, вот вам и новичок, и месяц тренировок на Xbox. Саша сумел забить гол чемпиону прошлого сезона, однако у Кирилла есть еще время отыграться. Но я вижу, что чемпион занервничал, а это плохой помощник. Кирилл традиционно играет Барселоной, его команда в желтой форме. А Саша играет Арсеналом, и, кстати, у него в команде бегает Аршавин. И посмотрите, что он вытворяет, он вообще не дает Кириллу никаких шансов. Он просто не пускает его в свою зону, и более того, стремится забить еще один гол. Вот так и надо играть, никакой обороны, только атака. И вот выход один на один, удар! И угловой заработал Саша. Мяч вылетает за лицевую линию, это будет угловой. Однако Кирилл не позволяет ничего сделать и пошел в атаку. Но... ничего не выходит, а играть осталось всего ничего. Пошли две добавочные минуты, Кирилл пытается отыграться, но не получается. И заканчивается это. Осталось только поздравить соперника с победой, хотя куда лучше поздравляет его друг Костя. И у нас новый чемпион. Бесспорно, не в наших силах в одной программе подробно осветить все игры. Но все были хороши и по-своему интересны. И пришло время сказать пару слов и об организаторе этого праздника. Итак, Hard Battle прошел под чутким руководством компьютерного центра Hard. Организаторов хочется похвалить, все продумали. На наш взгляд, очень удобный чемпионат получился не только для игроков, но и для зрителей. Разумеется, никто не остался без призов, все победители получили свои награды. Подробные итоги чемпионата смотрите в интернете. И здесь хочется перечислить все фирмы, кто помог в организации праздника. Конечно, известная компания Бука. Многочисленные призы предоставлены не только для игроков, но и для зрительской викторины. А также компания Новый Диск, торговые марки G-Cup, Конус при поддержке Альфаком, Декор и Европа Плюс. А теперь оставим центр диалога и отправимся на улицу Великую 22. В гости в компьютерный центр Hard. Как мы уже сказали, нас удивил тот факт, что расспрашивая игроков в геймерской зоне, многие нам ответили, что впервые видят и играют на Nintendo Wii и даже Microsoft Xbox. А между тем, здесь на улице Великой можно все это пощупать и купить, разумеется. Притом, поддержка играми, аксессуарами — это когда-то консоли от трех китов индустрии — Sony, Nintendo и Microsoft — были в диковинку. Сегодня пожалуйте, покупайте. Кстати, ценник на игры очень привлекательный, в том числе и на PC-игры. Упомянутая сегодня новинка Battlefield Bad Company 2 здесь продается по очень привлекательной цене. Но в центре внимания сегодня все же консольные игры, и пришло время посмотреть, что же предлагает консольным игрокам компьютерный центр Hard. «Аватар» смотрели? Многие, безусловно, ответят «да». Вот теперь поиграем. Конечно, фильм – шедевр современного киноискусства, а игра? Самые ярые фанаты фильма, если такие есть, конечно, возможно, разочаруются. Игра сделана не по сценарию, а с другой стороны, это и хорошо. Что-то новенькое, типа «Аватар 2». Самый смак фильма – это, конечно, вот это. Впрочем, в игре не спешим перевоплощаться. Сначала традиционно побегаем, впрочем, и поездим тоже. Возможно, начало немножко и подзатянуто, но зато потом начинается мясо. Вот интересно, как это истребление животных сочетается с основной идеей фильма? Человек и природа должны быть едины. А туточки крошим у всех в капусту, и флору, и фауну. Притом предметов, которыми крошим, а именно оружие, уже с начала игры предостаточно, и это хорошо. Впрочем, выводы рано делать, нужно проникнуть вглубь игры, ну а это уж вы самостоятельно. Если понравился фильм, то есть смысл и поиграть. Безусловно, красивые гонки — это еще один конек консолей. Смотрим Burnout Paradise для Xbox. А эта игрушка — прямой конкурент FlatOut. Но хотя идея и похожа, но есть и свои прикольные нюансы. Например, машину мы находим на помойке. Да-да, это у нас в стране программа утилизации автомобилей стартовала лишь в 2010-м, а в более развитых странах это было уже давно. Вот в утиле покопались, подкрасили, подремонтировали, и получилась отличная тачка. Теперь и погонять можно. Парадайз — это такое райское местечко для гонщиков. По всему городу только и делают, что гоняют, и эти гонки происходят в разных местах города. Едем на стрелку, отмеченную на карте, и старт. Вот теперь пошел FlatOut, только в еще более извращенном виде. Как говорится, бей, круши, ломай. Задания разные, но в основном направлены на разрушение либо города, либо соперников. Полный беспредел на дорогах творится. Кстати, всем реальным беспредельщикам на реальных дорогах: купите эту игрушку и отрывайтесь, а в жизни не надо. А теперь закрутим отличную новинку Arkham Asylum. Еще одна игра по мотивам фильмов, а точнее комиксов. Бэтмен, так сказать, forever. Вот отличный кандидат на рубрику «Компьютерный сериал». Кино, а не игра. Ее действительно можно просто смотреть, иногда даже забываешь, что в процессе мультика персонажем, то бишь Бэтменом, можно еще и управлять. Завязка сюжета начинается классным, то ли кино, то ли мультиком. Бэтмен схватил злодея Джокера и привез его сюда, в Asylum. Кстати, английское слово Asylum имеет много значений. От безобидного типа «приют», но не в нашем случае, у нас тут психушка. А главный псих сбегает. Вот тут и начинаем играть. О да! Обожаю этот жанр. Драчки типа Mortal Kombat и Street Fighter хороши, но когда драка еще и с приключениями, то хорошо становится вдвойне. Эту игрушку рекомендуем однозначно. Возможно, даже шедевр. Отличное прохождение, великолепный сценарий, отменная игра актеров. Ой, этого нет. Но компьютерные персонажи реально хороши. А напоследок вернемся вновь на сцену зала, где проходил чемпионат по консольным играм. И посмотрим на великолепную Guitar Hero. Нет, на этот раз дуэлей, или, как принято говорить у музыкантов, джем-сейшенов не было. Это мы снимали специально для выпуска этой программы. Не всем дано стать музыкантами. Но приятно слушать любимую музыку, да еще подыгрывать своей любимой команде. Итак, что необходимо? Во-первых, Xbox. Во-вторых, сама игра Guitar Hero. И в-третьих, вместо джойстика аксессуар. Тут выбираем, что ближе – гитара или барабана или микрофон. Или все вместе, если с друзьями. И вперед. Отличная штука, и не думайте, что просто. Нужна сноровка и тренировка. Даже несмотря на подсказки на экране. И, конечно, не только металлика едины. В арсенале серии Guitar Hero множество известных групп. Кто пропустил этот чемпионат, не пропускайте следующий. И осталось мне сказать лишь одну фразу. Это все на сегодня.